Уважаемые зрители говорят, что влиять на мнение судейской бригады абсолютно невозможно. Но на самом деле, если чего-то действительно хотеть, то все обязательно получится. Поэтому, если вы громко, активно, мощно и уверенно болеете за своих, все может получиться. Продолжается ча-ча-ча, ну а мы пытаемся оказывать косвенное давление на членов судейской бригады. Болейте и переживайте. Второй танец финала. Ча-ча-ча. Конкурсный танец в исполнении этой стартовой группы всегда несколько непредсказуем. С одной стороны, они уже далеко не дети, с другой стороны, они еще далеко не взрослые. Вот именно в этом состоянии и рождаются первые раскрепленные чувства, которые рано или поздно перерастет в что-то действительно большое. Дамы и господа, посмотрим, как же выглядит группа в исполнении шести лучших пар. Правой трибуны, а вот с моими зрителями, я надеюсь, что
отличные результаты. Я представляю пару, а мы аплодируйте. Посмотрим, чью же пару поддерживают сильнее. Пара номер 85. Александр и Алиса.